Добрый вечер, варьяк! Как настроение? Следом за краснодарским коллективом на сцене зажигали музыканты из Ханты-Мансийска. Оркестр «Сибирь-Брас» радовал зрителей на протяжении целого часа. И пусть артисты не пели песни, а только играли известные мелодии, большинству композиций зрители подпевали сами, узнавая их с первых аккордов. Кульминацией вечерней концертной программы стал праздничный фейерверк. Россыпь ярких огней окрасила небо над Ларьяком. Последний залп салюта – как заключительный аккорд большого и всеми любимого праздника – очередного, уже 91-го дня рождения Нижневартовского района.